API форум в этом году, в 2019 году, объединил в своей деловой программе наиболее значимые вопросы для отрасли, вопросы, связанные с интеграцией технологий инфраструктуры открытых ключей с единой биометрической системой, с вопросами качественного использования удаленной электронной подписи. Мы считаем эту площадку достаточно уникальной для российского рынка, потому что на этой площадке собираются как разработчики криптографических средств, средств электронной подписи, инфраструктуры открытых ключей, собираются компании, которые предлагают соответствующие электронные сервисы, использующие эти средства, и, что очень важно, собираются конечные потребители. Здесь мы делимся друг с другом новыми достижениями, делимся опытом. В этом диалоге, в обмене мнениями, в обмене опытом рождаются какие-то новые идеи, новые предложения. Общаться очень приятно, очень полезно. И в этом отношении PKI-форум – это хорошее, эффективное мероприятие. В течение трех дней мы обсуждаем темы, которые зачастую сложно встретиться в Москве и обсудить. Отрадно отметить то, что в PKI-форуме принимают участие представители регуляторов. Если в прошлом году это было усиленное присутствие и участие представителей ФСБ, то в этом году Минкомсвязь, Минцифры с нами здесь. Во-первых, именно здесь мы зачастую получаем новые задачи, на основе которых мы порождаем наши новые продукты. И схемы их реализации зачастую мы как раз-таки выбираем с учетом тех дискуссий, что проводятся на PKI-форуме. Конечно, на очередном PKI-форуме 2019 мы рассчитывали и на самом деле уже получили, в частности, именно это. Уважаемые коллеги, хочу вас пригласить на PKI-форум 2020. Добро пожаловать в Петербург на PKI-форум в 2020 году. Это будет 18-я конференция. Потихонечку движемся к юбилею. Будем примечать обязательно ветеранов PKI-форума, которые не пропускают конференции. Такие у нас есть. От всей души приглашаем всех на PKI-форум 2020. Здесь по-настоящему актуальные задачи, актуальные проблемы обсуждались, обсуждаются, будут обсуждаться. Начиная с этого времени, вот будет ознаменован новыми решениями, принципиальными решениями, требующими применения электронной подписи. Конечно, мы их будем обсуждать. Уважаемые коллеги, я уверен, что в следующем году форум будет еще интересней. Я всем искренне рекомендую приехать, прочувствовать эту атмосферу, попробовать решить свои насущные задачи, которые не удается решить целый год. Ну и просто хорошо провести время в компании приятных людей. Поэтому приходите, будет интересно. Как минимум опять пообщаемся, расскажем друг другу о совместных достижениях.